Ну, какие комментарии? Наверное, все видели, как мы играли первые два периода. Но так нельзя начинать игру, столько удалений. А то третий период вытащили хорошо. Если бы так всю игру играли, я думаю, что игра была бы наша. Ну, будем делать выводы и идти дальше. По первым двум периодам это недонастрой или что-то другое? Ничего не могу сказать. Мы, видимо, недонастрой, если так играем. В третьем периоде за счет чего сумели добавить? Какой-то разговор в раздевалке был? И разговор плюс. Ну, если каждый должен понимать, что здесь в раздевалке поговорили, потому что так нельзя играть при своих, при своих зрителях, при своих семьях, детях. И уже вытаскивали матч. Тот факт, что вот Рига начала чемпионат с трех поражений, может быть, он как-то расслабил? Нет, мы за этим не следили. Мы готовимся на каждую игру одинаково. Но видите, как получается. К сожалению, не в нашу пользу начало. Следующий матч с Йокеритом. Как нужно подготовиться, чтобы результат матча с финнами был другим? У нас есть время, подготовимся. И плюс тренерский штаб скажет, как что против них играть. Думаю, после таких матчей, как мы провели на выезде и как сыграли дома сейчас, я думаю, что вывод сделаем серьезный.